Гороскоп камней. Какой камень вам покровительствует? Каждому месяцу покровительствует свой камень. В этом видео мы расскажем, какой талисман выбрать в соответствии с месяцем, в котором вы родились. Январь – гранат. Питает жизненные силы, приносит радость и веселье, помогает при болезнях крови. Февраль – аметист. Камень мира и равновесия, защищает от вредных привычек, коварных замыслов недругов и несчастной любви. Март – аквамарин. Помогает сохранить дружбу и изобличить обманщиков, проясняет ум и способствует выздоровлению при болезнях. Апрель – алмаз. Король всех камней одаривает по-царски, защитой от ссор, недругов, болезней тела и души, наполняет силами. Май – изумруд. Камень мудрости обостряет ум, улучшает зрение, помогает при бессоннице. Июнь – жемчуг. Сбережет красоту души и тела. Укрепит здоровье, подарит долголетие. Июль – рубин. Камень страсти и пылкой любви также помогает в творчестве и развеивает тоску. Август – хризолит. Камень изобилия сохранит зрение, принесет достаток и успех в карьере, укрепит брак. Сентябрь – сапфир. Это талисман долголетия, приносящий удачу в путешествиях, духовные силы и красоту. Октябрь – опал. Помогает творческим людям, прогоняет меланхолию и тоску, защищает сердце и зрение. Ноябрь – цитрин. Приносит богатство, успех в делах, усиливает красноречие и укрепляет здоровье. Декабрь – топаз. Защищает от астмы и бессонницы, помогает получить желаемое и усиливает интуицию. Поделитесь в комментариях, в каком месяце вы родились, а также кликайте по ссылке в описании под видео, чтобы выбрать украшение со своим камнем.